Доброе утро, мои дорогие! С вами Татьяна Конкина. Мои маленькие ежедневные советы, как быть счастливым и успешным в современном мире. Сегодня замечательное канадское утро. Посмотрите за окном, какое яркое солнце, 9 ноября. И я хочу поговорить о очень серьезной теме. Это дисциплина. Как быть счастливым и успешным? На мой взгляд, дисциплина – это основа всего. Без этого невозможно ни счастье, ни успех человека. У Коко Шанель есть выражение – каждая женщина, нет некрасивых женщин, есть женщины только ленивые. У Софи Лорен есть выражение, нет некрасивых женщин, есть женщины недисциплинированные. И это абсолютно правда. Поэтому, если вы изучите хорошо биографии успешных людей, они все были очень-очень успешны. И, конечно, счастливых людей точно так же. Я делюсь своими секретами и своим опытом, как быть успешной и счастливой 15 ноября в Любови Комьюнити Центр с 2 до 6 часов вечера. Это совершенно бесплатное событие, мой вклад русскоязычной комьюнити Торонто. Я думаю, что это будет только один раз. В следующий раз я уже буду проводить все семинары на английском языке. Поэтому, пожалуйста, у нас еще есть несколько свободных мест. Приходите, буду рада вас видеть. Особенно приводите своих молодых девушек и ребят. Это больше для них, это больше для тех, кто начинает свою жизнь. И чтобы преуспеть в ней, обязательно послушайте. Жду вас, всего самого хорошего. Слушайте музыку, она делает нас счастливыми моментально. С вами была Татьяна Конкина. До встречи в воскресенье.